Ты добрался до Окей, честно говоря, не помню, здесь есть масла вообще или нет, моторные. Если есть, сейчас проверим, насколько они подлинные. По-моему, где-то были здесь. Сейчас поищем. О, нашел. Вот она, полочка с маслами. Выбор тут не очень большой по сравнению с лентой. Кастрол. Кастрол оригинальный. Лукойл. Лукойл настоящий. Мобил Эсса. Оригинальный. Правда, весь в пыли. Тут, видимо, не очень популярные масла, конечно, тут их редко берут. Про Рольфа я сегодня рассказал. Хагир — это примерно такая же шляпка. Не будем останавливаться на нем. Матюль. Промо-упаковки матюлевские. Это в любом случае оригинальный продукт однозначно, поэтому не будем рассматривать их, доставать оттуда. Я уже вижу, что это оригинал. Давайте еще мобил посмотрим. Мобил 540, 2999. По-моему, не очень низкий ценник, короче, у него. Это мобил оригинальный, Проманс. Все нормально. Ультра 1599. Четырешка. Тоже оригинальная. Total Quartz, господи, Total Quartz уже столетняя банка. Тут вот тоже оригинальная, это старая банка французская, она с клеевым слоем, поэтому это нормально. Шел. Оригинально, все в порядке. Ну, Дженнер же, я думаю, что не стоит проверять. Синтек тоже. Что тут еще есть интересного? В общем-то и все, больше по большому счету ничего такого нет полезного. Единственное, что по ценникам, ну вот 5.40, 2.439. Мне кажется, адекватная цена. Shell 5W40. Это у нас, а, это Эко. Но за Эко цена, мне кажется, не очень гуманная, но... Желток 1300 тоже, мне кажется, не совсем гуманный ценник. Так, на скидку не помню уже по ценам, конечно. Очень запыленные банки, видимо, тут не очень хорошо продаются масла. Прям реально слой пыли. Как в японском автобаксе на HKS, Verity, Speedmaster и так далее, которые никто не берет. Уголок какой-то не очень популярный, видите, тут мало людей почему-то ходит. Ну, как и следовало ожидать, в Окее все масла тоже абсолютно нормальные, все в порядке, поэтому можно смело покупать. Единственное, что тут не пользуются социальным спросом, поэтому запыленные банки еще старые. Проверяйте обязательно даты производства, потому что я Total видел баночку, которая уже где-то примерно около 2 лет не выпускается, поэтому внимание обращайте. А так все в порядке, здесь все нормально с маслами, они все оригинальные, поэтому можно смело брать. Это Аура, которая, Окей, вернее, который находится в Ауре, в Новосибирске, на военной, на улице. У меня еще остался на очереди светофор найти с маслами, потому что я сегодня заехал в светофор там рядом со спортзалом, и там не было масел, там какие-то странные продукты только на палетах были расставлены. Еще очень странный магазин, на самом деле. Вот, и еще мне осталось проехать метро. В метро, наверное, будет самый интересный выпуск, поэтому ждите. Я думаю, что до выходных я его сделаю. Всем пока, с вами Антон Воронков.